Два КАМАЗа со стройматериалами сегодня отправляют в Мариуполь. Здесь все необходимое для восстановления квартир и домов жителей микрорайона Восточный, пострадавших 24 января от артиллерийского обстрела. В Мариуполе пострадало около 80 объектов. Школы, детсад, жилые дома, рынки, магазины. Десятки людей остались без крова. Многие здания в районе, который попал под обстрел, сейчас без стекол. Металлургические комбинаты Мариуполя вместе с гуманитарным штабом Рената Ахметова с первых минут после обстрела оказывают помощь горожанам в преодолении последствий этой трагедии. Не остались в стороне и представители запорожских промпредприятий. Сейчас довольно-таки непростая ситуация в городе Мариуполе, где работают наши коллеги, друзья, работники таких крупных предприятий, как «Азовсталь», завод имени Ильича. И руководство комбината «Запорожсталь» приняло решение оказать помощь в виде стройматериалов, а это около 10 тонн. В составе груза – стекло, полиэтиленовая пленка, рубероид, профнастил. Кроме того, молодежная организация комбината «Запорожсталь» занимается сбором теплой одежды, продуктов питания. В ближайшее время гуманитарная помощь будет доставлена в Мариуполь. Также сейчас формируется бригада специалистов, которые примут участие в восстановлении пострадавших зданий. Мы надеемся, что вот такая наша лепта, она останется в сердцах мариупольцев, и они поймут, что мы рядом, мы вместе, мы единая страна, и они не забыты.